Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам сказать по поводу щеток Денса. Как видите, в Питере такая погода, морось, небольшой дождик, очень капризная погода, 0 градусов. Что хотел вам сказать по поводу щеток? В такую погоду где-то 0, минус 1, минус 2, ну, соответственно, плюс 1 и дальше. Эти щетки себя зарекомендовали хорошо. Вот видите, они сейчас стирают стекло вообще идеально. То, что касаемо дальше уже минус 3, ну, то ли они дубеют, то ли деревенеют, ну, сама резинка, то ли уже резинка уже пришла в негодность, надо уже менять. Но ими я пропользовался вот полгода, как я вам говорил, я их ставил летом. Минусовую погоду, конечно, они себя зарекомендовали не очень. Если, конечно, может быть, их ставить зимой, пока они еще новые, то, может, были бы еще хороши. Но на данный момент, вот пока есть в Питере была погода, там где минус 10, минус 7, минус 5, ну, не особо мне нравится. Потому что бывает, что правая щетка пассажирская стирает нормально, а левая бывает на уровне водительских глаз оставляет и не видно. Всем питерцам привет! Не обращайте внимания на погоду. Питер — прекрасный город. Так что радуйтесь жизни. Всем респект. Спасибо моим подписчикам, что меня смотрите. Ставьте лайки и не забывайте репостить. Ждем новых видео. Всем пока.